Всем привет! Нам уже 6 месяцев, и сегодня мы расскажем о наших любимых игрушках и еде. Во-первых, нам нравится очень это кресло-качалка. Мы на ней качаемся немножечко, но в основном мы в ней кушаем. Очень удобно. Всем привет! Сегодня мы делаем супчик малышу, морковка, картошечка, это петертелька. Сейчас мы все зальем это супчиком и сделаем блендер. Он как-то выглядит жидкостью. Сейчас мы блендером сделаем вкусненький супчик. Вот такие вот супчики мы кушаем каждый день. Одна порция в день. А также из-за того, что нам 6 месяцев, мы начали кушать новую кашку. Вот тут все как бы кашки в перемешку. Здесь есть и манка, и рисовая, и гречневая, и кукурузная. Очень такая прикольная кашка. Мы ее уже кушали пару раз. Нам нравится. А также нам подарили вот такую классную жирафу. Нажимаешь ей на голову, и шарики бегают. Также тут можно поиграться с колечками. Очень классненькая, удобная вещичка. И еще одна наша любимая игрушка. Это теперь у нас руль, которая издает разные звуки, разные пищалки. Тут можно его крутить. Очень классно. И тут даже тоже есть такие висячие игрушечки. Можно прикрепить это как на коляску, как на манеж, так же и на кроватку. Но мы любим просто так сидеть, держать это на коленках и играться. Также у нас есть серия вот таких вот тюленчиков. Их очень удобно брать в рот. Особенно, когда режутся зубки. Ну и спасибо нашим родственникам с Америки, которые нам прислали вот такую вот вкусняшку. Это груша с корицей и с кашей. Две одинаковые баночки. Тут просто порвалась упаковочка. Это один вид. И также вот такие вот нам прислали в таких пакетиках. Это уже со второго уровня, с 6 месяцев. Персик, банана и абрикос. Все проверено, соответственно, тут написано. И здесь 113 грамм в каждой. Для тех, кому интересно, здесь даже стоит кашрут. Знак кошерности. Еще у нас есть яблочко, слива, ягоды и с кашкой. Очень интересно. Этих мы еще не пробовали. Вот будем теперь пробовать. Груша, фиолетовая морковка и черника. Вот это будет очень интересно попробовать с фиолетовой морковкой. Также у нас есть две одинаковые. Манго, желтый кабачок, кукуруза и турмерик. Надо будет проверить, что такое турмерик. Но мне кажется, это типа редьки. Посмотрим. Тут даже написано, сколько калорий, сколько всего. И эти по 99 грамм. Предыдущие все по 113. И еще три у нас есть. Это все было фирмы Plum. Теперь у нас есть от фирмы Beech Nut. Бананчик, черника и авокадо. Вот то, что мне нравится, что во всех этих американских баночках они мешают овощи и фрукты. У нас можно купить только фрукты. Овощи вообще не продаются, к сожалению. Happy Baby. Два варианта. Груша, манго и шпинат. Или груша, кабачок и черника. Очень классная вещь. Спасибо огромное нашим родственникам за такой вот презентик. Для нас это большой подарок. Опять же говорю, потому что в нашей стране овощи вообще прекратили продавать. И есть только фрукты. А фрукты это только яблоко, банан или яблоко с бананом. Ну, может где-то еще персик есть. На этом буду заканчивать свое видео. Пишите в комментариях, чем питается ваш ребенок. Всем до новых встреч!